Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас выпуск такой, на самом деле, достаточно ленивый. Я предлагаю, так как мы уже сидим на Хог Айленде, пройти непосредственно на Хог Айленд. Я сейчас покажу вам карту. Мы на карте с вами посмотрим маршрут, потому что я увидел кое-что интересное. Короче, смотрите, вот это вот Хог Айленд, вот, вот здесь находимся мы. Сейчас я проезжаю вот сюда, вот, это бар, в котором у нас была вот эта вот тусня вся. И вы видите, вот идет такая зеленая дорожка, вот через весь островок, и она идет, видимо, через всякие прикольные места. Здесь есть пляжики, надо будет на это все посмотреть. Так вот, предлагаю зайти на этот маленький островок и пройти по дорожке. Ну, не знаю, сколько это километров это займет, но заодно и посмотрим. Ну что, собираемся и идем на Хог Айленд, остров Вепря. Вот он тузик. И вот, между прочим, замочек на всякий случай. А теперь нужно найти выход прямо на дорогу. Интересно только, где она. Такой красивый остров, такие пляжи белоснежные, горки стоят. Ну и бар, который сейчас не работает.
What is this, man? This is a Yarish Brumdong fall for little. Don't show in a maggie there just now. Is it the meat? Yeah. I mean, good chicken. Go. Chicken, pork, pork, pork. Pork? Okay. What is your name, man? Sheldon. Sheldon? Yeah. I'm Sergey. Okay. Nice to meet you. This is Jasmine over there. Jasmine. This is Kelvin. Ага. Yeah, they're kind of afraid people, they're shy. Тут, короче, дорога где-то есть, только где непонятно. Ну что ж. Окей. Нас таким не испугать. Главное здесь ни во что не вляпаться, типа ядовитых змей всяких там. Вроде тут тропинка какая-то есть или была, и вот она неожиданно закончилась. Куда дальше вообще непонятно. И вот я в итоге вышел на вот такую дорожку. Я так понимаю, что она вот сейчас выйдет на какую-то побольше. И я по ней пройду через весь остров Вепря. О! Что-то красивое. Внимание! Природа здесь прикольная, чем-то на африканскую похоже. Такие тоже кусты. И видно, что здесь вокруг идет риф. Вон вдалеке видно. Такие большие тут камни. Красиво. Такая дорожка между камней, ущелье. Так, а тут дорога уходит в какую-то темную чащу. Наконец-то тенек. Потому что сейчас у нас середина дня, 2 часа. И в принципе 2 часа здесь на Гренаде, это такое, ну, жаркенькое время дня. То есть, не знаю, что я пошел в это время, но как-то мне показалось, что здесь будет тенек. Ну, видимо, ошибся. Ну, что, не первый раз я хожу по теплому климату. Если бы я был не адаптирован, наверное, было бы тяжело. А так, вполне нормально. Так, вот мы вышли на перекресток. Я так понимаю, что туда, это, собственно, туда, куда нам нужно. А вот эта дорога, которая направо, выходит в бухту. А ну, а ну. Так куда же мы выйдем? Ну, так как это остров, все равно мы далеко не уйдем. Только спуск непонятный такой. Черный песок, наверное, вулканический. Ну что, прикольно тут, только, ну, посмотрели, хорошо. А теперь погнали, через мост перейдем. Посмотрим с двух сторон на лодки, стоящие в заливе. О, прямо такое ущелье наверх идет. Класс. Тут, наверное, когда дожди идут, это вот все вот так течет вниз. Так, вот дорожка здесь. О, какие цветочки. Красиво. Это, кстати, мои любимые цветы. Вот эти вот. Они офигенно пахнут, вообще класс. Есть такие розовые, но белые намного такие, о, прямо крутяк. Так вот они растут. И вот отсюда уже видно лодочки, которые стоят на якорях. Там даже вот нашу лодку видно. Там вот вдалеке, вот там вот наша лодка идет. Там видно мель. И вот сразу за ней первые стоим мы. Красиво. Ну что, идем дальше. Я уверенно хочу дойти к мосту. И вот этот мост, к которому
я сейчас подхожу. Такой монументальный, прямо вот реально круто сделан, такой из бетона, из всего. Непонятно, зачем такой мост крутой нужен вообще здесь. Вот так вот, когда находишься в тенечке, так сядешь. Класс. А теперь я, наверное, отсюда просто пойду пешком обратно. А если получится кого-то на тузике выцепить, то, может быть, меня кто-нибудь подкинет. Сейчас буду, во всяком случае, пытаться, чтобы не идти. Ну, здесь недалеко, километра полтора. Может, пройду просто, чтобы не засиживаться. Все равно целыми днями сидишь в лодке. А так хоть какое-то движение. Короче, возле моста я свернул. Здесь идет какая-то тропинка. Причем тропинка такая, тут видно, там коровы ходят. Такая именно мощная. И непонятно другое, что она идет, вот если вы посмотрите, вот вдоль мангр. Может получится это все обойти вот так вот хитро. Я, конечно, почему-то в это не очень верю. Но а вдруг? Ну вот реально, а вдруг? Ну, коровы же конкретно ходят. Что я, хуже коровы? Я не согласен. С таким раскладом. Если коровы ходят, я тоже умею. Но эта тропинка явно лучше. Единственное, что я не помню, так это то, куда вот там, где стоит тузик, там, по-моему, не было никакой тропинки, которая проходила вдоль воды. То есть, вероятно, что у этой тропинки есть какой-то тупик. Интересно, куда получится дойти? Просто больше всего не хочется, это потом по этой же тропинке возвращаться в обратную сторону. Хотя эта тропинка достаточно плоская. То есть не так, как там все время идешь вверх-вниз. Она такая достаточно утоптанная. То есть такая серьезная тропинка. То есть вот эта дорога идет, а смотрите, есть какая-то еще тропинка. Понимаю, что рано или поздно я, конечно, наверняка куда-то встряну. Ну, давайте попробуем. Интересно же. А вдруг? И вот, внимание, внимание. Оп. И мы вышли прямо туда, куда мне было нужно. И если в ту сторону путь занял 3 километра, то от моста, вот мост сюда, 200 метров. Ну что ж, теперь можно смело садиться в тузик и с чувством выполненного долга шуровать к себе на лодку. Ну, вот, собственно, и отъезжаем от этого прекрасного места. Welcome home! Ну вот, друзья, мы с вами и побывали на Хог Айленде, или острове Вепря. Короче, на этом наш выпуск подошел к концу. Подписка, не забывайте ставить лайки. Это очень важно и развивает наш канал. И до встречи уже через несколько дней в следующем выпуске. И тоже что-нибудь будет прикольное. Пока!